В Казанском федеральном университете состоялось торжественное вручение дипломов по программе MBA. 16 февраля в императорском зале университета свои дипломы получили 17 выпускники Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. MBA или магистр делового администрирования – это квалификационная степень магистра в менеджменте. Эта степень является высшей ступенью бизнес-образования, которая открывает новые возможности в деловой сфере. Вот эти вот центры переподготовки, либо как у вас программа, я надеюсь на это, но все равно помогает вам сфокусироваться на тех или иных моментах, поскольку жизнь очень быстро меняется, и помогает вам структурировать ваши знания и ориентировать их на решение, может быть, тех или иных проблемных моментов или вопросов, которые возникают у вас в повседневной жизни. Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета была основана 18 лет назад. За это время высшей школе удалось выпустить немало высококвалифицированных управленцев, которые могут найти работу не только в России, но и за рубежом. Такой уровень подготовки специалистов обусловлен тем, что магистров готовят к карьере руководителя международного уровня. А это подразумевает, что такой специалист может найти себе место в любой точке Земли. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.